Момент истины. Расскажи, что происходит? Любовь, возрождение, борьба за жизнь, победа над смертью. Мы находимся в медицинском центре в Чичилёве. После зарядки. Больничка, как у тети Любы. Бренд ее. Больничка, как у тети Любы дома. Угу. Ярослав, какое упражнение, каким упражнением ты сегодня 5 часов училась? Для чего это? Какая история? Мышцы позвоночника тренировать, чтобы они были крепкие, и позвоночник держался прямо. Ручки, ножки двигались, нервные окончания высвобождались. Прошел бы коксартроз, пройдет. И Паркинсон пройдет. Вот так вот. Раз. Через полгода работа над собой. Паркинсон пройдет. Боксартроз через месяц пройдет. Главное 5 часов в день заниматься. А мне куда бежать-то? Я буду заниматься. У меня больше нет шансов, чтобы стать президентом Российской Федерации. Вообще круто. Да за тебя вся планета проголосует. Угу. Стоп, снят. Угу. И тут начинаются кадры, как ты идешь самостоятельно, угу, вдоль стеночки и потом по улице. Угу. Что страх еще есть? Ну, конечно, тело, это мозга страх. Не тело, а мозга страх. Да, пятка твоя хорошо живет. Пятка пошла, пятка. Прям команду, давайте пятка. 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 Вот, молодец, пятка. И левую, поднимайте ногу выше. Поднимайте, не бойтесь, она уже левую у вас выше. Ходит, она уже нормально вот. Ходит. Все, давайте не команду, все, вот. Не шаркайте, а вот поднимайте. Убирайте страх. Все, вы уже ходите. Давайте дальше. Ну, назад. Вот левый тоже на пятку, на пятку. Вот. Ничего, очень тяжело. Там очень сложно еще с тазобедрами. Он там еще хрустит вместе с коленкой. Так идет хрустит. Оксана, расскажи, что сегодня было. Сегодня было чудо. Чудо? Да. В чем чудо заключается? Возрождение. Возрождение. Я верю в свои силы. Я верю в себя. Я верю в Байкуна. Я верю в мир во всем мире. Я верю в рай на земле. Я буду жить, я живу. Я живу, я буду ходить, я буду здорова. И это мой вам ответ. И шире шаг. И Паркинсон, и Гонсартрос, все излечимо. Все излечимо. Раз, два, три. 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 Раз, два, три.